Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Когда я сжег талисман, то почувствовал, как выделяется энергия Ци. Но она была странной. Хочешь сказать, что их может использовать не только Энки? Но кто тогда это сделал? Эй, просыпайся! Мне нужно кое-что спросить. Рокурики, очнись уже! Хорош его лупить! Он же ранен! Че? Вот, блядь! Твою мать. Видимо, это была еще одна ловушка. Сколько ж можно? Да уж, блин. Эй, Джуга, ты живой? Джуга! Боже мой! Да ладно, он умудрился так быстро утонуть. Надо ж так уметь. А пока тонул, еще и успел открыть проход. Как еще надо уметь? Заткнитесь и помогите ему уже, дебилы! А под помощью ты имеешь в виду это? Да, именно это! Нужно спешить, или он помрет! Но выбора нет. Скинемся, чтобы решить, кто это сделает. Давайте! Суеха! Слушайте, а может пофиг? Он уже сдох, поди. Давай уже резче, блин! Ай, блин! Ладно, ладно. Пожалуйста, не переключайтесь. Бля, я думал, что сдохну. Это я должен говорить, говнюба. Что это за место? Ни черта не видно. Подождите минутку, я включу свет. Заткнись, блин, они нас заметят. Твою мать, Тро! Где мы вообще, скотина? Скорее всего, это комната, где они хранят всех марионеток-зомби. Так нахера ты нас сюда приволок, мудила? Я пришел посмотреть, что за шум. А тут кругом крысы копошатся. Уж не знаю, как вам удалось сбежать из своих камер. Но вы не робкого десятка. Вас нужно наказать. Пидорас! Мы через столько прошли ради какого-то пидора! Вы что делаете? Пошли искать одного пидора, наткнулись на другого. За что боролись, на то и допоролись. Хватит с меня гомосеков. Я кому сказал не реветь? Мы чего разорались? Что тут такое про... Привет? Нет, еще одного пидора нам не надо. Да не пидор я! Слушай сюда, не сравнивай меня с этим крашеным петухом. Это он пидор, а я принц. Мы абсолютно разные, тебе понятно? Как у гриф крапинку и у гриф полосочку. Как соба с водорослями и без. Как лапша и вермишель. У японцев есть какое-то выражение для подобных ситуаций. Похоже, как два ореха. Нет, похоже, как две крупинки. Да нет же, блин. Похоже, как два баба. Как два желудя. Ребята, я смотрю, вы совсем страх потеряли. Ну, держитесь. Пидорас разозлился! Задолбали, ребята, уже! Сейчас ведь всыплю! Так относиться к моему прекрасному телу преступление! Ай-яй-яй, будешь так хмурить брови, макияж испортишь. Пошел ты! И гони уже сюда мою косметичку! Эй, а как насчет я дам тебе что-нибудь хорошее, если ты меня выпустишь? Например? Ну, скажем, один особый тональчик из своей косметички. Веришь или нет, но он сделан на основе 100% гиалуроновой кислоты. Сто? 100%? Это же концентрированная кислота. Чтобы называть такое тональником, да еще и так гнаться за красотой. Это же безумие. Что скажешь? Моя гладкая кожа доказывает, что он работает. Тебе следует лучше за ней ухаживать или пожалеешь. Тогда соображай быстрее. Может, саму придумаешь, а? Так, отойдите в сторонку. Неплохо для самодельного оружия. Фро, ты совсем долбанутый? Мы чуть не сдохли! Но вы так круто выглядели, когда вас отнесло взрывом. Прямо как супергерои. Завали! Эх, давненько же этим не занимался. Как весело. Эта штука... Скорее всего, он спер ее с рабочего места Казари.
Так вот он какой хитрожопый. Ну, это не самое лучшее из моих творений. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Только Киджи, не говорите. Ух, блядь, бежим нахер отсюда! А чего? А чего он сделать-то хочет? Конечно, это немного показушно, зато очень эффективно. Вот это да!